что говорить-то? Меня вырежут. Меня вырежут стопудово. Мы приехали на велосипедах, на машинах, на поезде, на самолетах, добирались как могли. Ну да, я знаю, что это нелегко, но поэтому надо это делать. Понимаете. Ну я, короче, это... Все плохо. Так, в общем, тусовка велотурки Z образовалась уже несколько лет назад. Мы растем, расширяемся, открываем новые маршруты. Вот, выбрались в Восточный Казахстан в этом году. Получается, второй раз уже за всю историю существования, скажем так, движения нашего. В целом маршрут оказался непростым, но все прошли, все молодцы, все проехали. Вот, правда, ругались, было тяжело, непросто, но все молодцы, красавчики. Так, идея выезжать в Восточный Казахстан родилась довольно-таки давно. Ну, во-первых, потому что я сам родом из этих мест, кое-что знаю, где-то ездил, где не ездил, есть друзья, которые подсказывают, рассказывают какие-то интересные локации, пути, где можно проехать, скидывают треки. Вот, как бы так все это в кучу собирается и появляются маршруты. Что касается этого маршрута, в общем-то, он пролегал через мой родной город, в котором мы устроили ночевку первого дня. Вот. Далее была экскурсия на шлюз, где тоже, в общем-то, есть свои подвязки. И, ну, было как бы несложно договориться, попасть на это, на этот объект. Вот. А далее Сибины и Тайнты. То есть в этих местах я бывал проездом без велосипеда, но места красивые, как бы показать их людям, то есть рассказать, показать, чтобы алматинцы, и не только алматинцы, может быть, смогли для себя открыть эти места. Идея возродилась, когда еще занимался велоспортом. Со временем тянуло в горы, то есть кататься на велосипедах по горам. Решили, ну, собирались группами, катались, вот, исследовали местность.
потихоньку идея переросла вот к коммерческие туры. Ну, велотур — это, конечно, не столь популярный вид туризма. Вот. Но нам эта идея нравится, потому что мы как бы сами занимались велоспортом, точнее, больше велотуризмом. Ну вот, прошел четвертый день нашего велотура на Восточный Казахстан. Что я могу сказать? У меня болит все. Меня укусили под глаз, но в целом я до жути довольна. Шикарные места, просто дух захватывает. Пейзажи сменяются один за другим, и все это просто шикарно. Ты забываешь про работу, про проблемы, о том, что тебе надо возвращаться в Алматы. Компания подобралась по интересам. Шикарные люди, жутко веселые, иногда даже слишком. Но это то место, те люди, с которыми отдыхает душа. Полностью погружаешься в мир приключений. И так каждый велотур, не только этот. То есть, когда бы я ни ездила, всегда это полный восторг, какие-то новые эмоции, новые знакомства. И всегда это комфортно. Комфортно в плане общения, комфортно ты отдыхаешь душой, ты забываешь про проблемы. И я жутко довольна.